Здравствуйте, Максим. Это видео про ваш конвертер. Я установил одуванчик. Пришлось поставить маленькую прокладочку для компенсации высоты. Ориентируйтесь вот по этой красной точке, которая напротив 5,6, и по среднему контакту одуванчика. Очень аккуратно совмещаем средний контакт одуванчика и эту красную точку с белой точкой на камере. Немножечко вдавливаем внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Я запрограммировал фокусное расстояние от 200 мм и диафрагма от 3,5 до 22. Точно так же очень аккуратно нажали стопорную кнопочку, повернули, вытащили одуванчик целый и невредимый. Обращайтесь очень аккуратно, он прослужит долго. Спасибо за внимание. Сейчас я это все упакую и отправлю вам.